Специалисты Россельхознадзора по Новосибирской области выявили 2 новых случая бешенства среди животных в Татарском и Тагучинском районах. Опасный вирус обнаружен у коровы и собаки в селах Дмитриевка и Янченково. Эту информацию подтвердили специалисты Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории. В целом, с начала текущего года на территории региона зарегистрировано 6 случаев бешенства среди животных. Наличие вируса лабораторно подтверждено у 2 лис, 2 коров и 2 собак. Заболевшие животные выявлены на территории 5 населенных пунктов, 5 сельских районах – Убинском, Чулымском, Усть-Тарском, Татарском и Тагучинском.